Друзья, мы начинаем следующий доклад, и это история от Насти. Настя – это яркая личность, наша звездочка, инженер компании StanFi. Отдельно хочу отметить, что Настя – это как раз тот человек из презентации Алексея. Это как раз тот инженер, который всесторонне развит, мультискилл инженер, и инженер, который разбирается не просто в поверхностных вещах, о которых она говорит, а очень углубленно, детализированно и очень качественно. Пожалуйста, встречайте Настя. Привет. Да, я Настя, я инженер. Я так обычно начинаю все свои доклады, чтобы ни у кого не возникало ни тени сомнения. Кроме программирования в свободное время, я занимаюсь программированием. Вы, может быть, могли слышать мои доклады про mobile security, я немножко в криптографии, контрибьютор большой open-source библиотеки по security и так далее. Но сегодня мы поговорим не про security, и сегодня у нас будет не технический ток. У него довольно сложно переводимое название. Вот multi-skilled иногда переводят как многопрофильный, и когда я это слышу, я почему-то думаю вот. Про профили, я не знаю, это профили гипсокартона, вдруг кто не понял. Это просто какая-то случайная ассоциация, ничего не могу с собой поделать. Но мы будем говорить в другом смысле, мы будем говорить в смысле multi-skilled, в смысле разносторонний. Вот типа как этот прекрасный осьминожка, у него много щупалец навыков, и у него это в принципе в достатке, он многое умеет, многое знает, но осьминожка, наверное, не идеальный герой. В нашей истории должен быть герой, и это не осьминожка, это будет Федя. Если в зале кто-то по имени Федя, пожалуйста, все совпадения случайны, не подумайте ничего. Так вот, Федя. Федя — это инженер. Сейчас, секундочку, я чуть-чуть поправлю, чтобы вам так сильно не дышать. Федя — это инженер, у него классическое инженерное образование, у него много-много лет опыта, он уже не 23-летний сеньор. Так? Федя — хороший инженер. Он занимается iOS Development, он умеет писать iOS-приложения, он просмотрел реально много даби-даби DC-видяшек, и он правда спец в своем маленьком деле. Он много общается с другими инженерами, он использует характерный сленг, и он живет в таком себе информационном пузырьке. И иногда в уютный мир этого Фединого пузырька просачиваются очень необычные проблемы. Например, как выбрать криптоалгоритм для шифрования данных пользователя, или как настроить SSL на серверной стороне просто потому, что там сидит команда индусов, и она какая-то вызывает вопросы. И Федя озадачивается. Помогут ли ему лекции в университете по информационной безопасности, которые были лет 5 назад? Ну, спорно. Помогут ли ему WWDC-видяшки, которые он просматривает в огромном количестве? Ну, тоже спорно. Что делает Федя? Федя начинает бегать и искать, кто же может ему помочь. Кто может ему помочь справиться с этой проблемой, кто достаточно умный, да, кто достаточно мозговитый. И если Федя найдет кого-нибудь, кто обладает мозгом, Федя просто его начнет есть ложечкой, медленно и аккуратно. А теперь мы можем представить команду, целую команду из подобных Федь. Какая-то типичная команда, да, как сказано в Agile, Multi-Skilled, всякое такое. Федя пишет на iOS, Леся пишет на Android, Ира занимается backend development, Петя опять у нас тестировщик. Все такие себя клевые ребята. Но каждый при этом живет в своем мире, в своем информационном пузырьке. И когда у Феди возникают сложности, он ищет помощи у коллег и ест им мозг.
Но толку от этого не очень много на самом деле. Потому что коллеги, они живут тоже в таких пузырьках. Они общаются по другим протоколам. И Федя плохо говорит на их языке. Он не в состоянии сформулировать свою проблему, перевести на их сленг. Он не может описать ее четко, ясно и понятно. Поэтому, в принципе, мозги его коллег защищены. Федя остается голодным. А когда в решении каких-то проблем у нас появляется команда из таких вот узконишевых специалистов, как Федя, они могут попасть в состояние чрезмерного делегирования ответственности. Ну, знаете, называется там пинг-понг. Это тогда, когда у нас есть маленькая проблема, но мы ее долго решаем. И тогда, когда кто-то говорит, да ну, это не баг, я не буду это фиксить. А клиентский девелопер говорит, да ну, давайте пускай это поле приходит с сервера. А серверный девелопер говорит, да ну вы что, мне нужно 7 таблиц заджойнить. Это же просто невероятно, я тоже не буду этого делать. Такой себе пинг-понг, и вместо того, чтобы работать, команда ругается, команда тратит время, команда страдает, команда пишет e-mail. Задача, которую можно было решить минут за 15, она начинает решаться тредом из 40 e-mail и 3 днями, и при этом обычно выбирается самое тупое, самое плохое решение. И степень тупости команды — это суперпозиция ограниченности мышления каждого из ее членов. И в разных комбинациях она может дорастать до просто невероятных высот. Мы поговорим о том, почему быть таким узконишевым, почему быть таким ограниченным — это не очень хорошо. И для нас, и для наших коллег. Во-первых, потому что коммуникация со специалистами других видов осложнена. Они, каждый общается по своим протоколам. Каждый за такой стеной своего API. Во-вторых, потому что они обладают определенным однообразием метода мышления, определенными паттернами, характерными именно для них. Это не гибкость. У них у каждого свои подходы, и они уверены, что эти подходы хороши, они же решают их проблемы. И они часть такой себе изолированной системы, изолированной экосистемы. Как только у нас возникает проблема, которая из одной экосистемы вырастает в несколько, ее невозможно решить таким людям, потому что они видят свой кусочек проблемы, но не видят ее всю. Их экосистема заканчивается очень неожиданно. И что происходит дальше, они как бы, ну, они не в курсе. Плюс, когда нужно пройти дальше, когда нужно чуть сменить стек, когда нужно попробовать залезть немного глубже в другую область, начинается фрустрация. Фрустрация. Невероятная просто. И это только то, что есть сейчас. Если мы заглянем в будущее, например, 2035 год, Марс, колонизация Марса, базы, знаете, марсоходов уже больше. Все живут клёво и хорошо, кроме Феди. Федя по-прежнему iOS-девелопер. Он по-прежнему пишет код на iOS, просто потому что он очень ограниченный. Это Федя в пузырьке. Он ничего больше не знает, ничего больше не умеет. Он клёвый. Он хороший разработчик. Он реально многое знает. Но он ограничен своей экосистемой. И пока кто-то колонизирует Марс, Федя занимается iOS-разработкой. Что нужно делать? Что нужно делать, чтобы не превратиться в Федю? Чтобы вот не испытывать таких проблем? На самом деле решение очень простое. Реально, примите. Я вам говорю, это очень простое решение. Можно, например, выращивать пчел. Выращиваешь пчел, собираешь мед, ну, все фигня, кроме пчел. Как говорит Федя, нет кода, нет проблем. Действительно, сложно поспорить, потому что ну, мы не останемся в той ситуации, мы не будем писать iOS-код, когда все колонизируют Марс. Мы будем заниматься чем-то другим. Вопрос в том, что если нам не очень нравится выращивать пчел, если нам все-таки нравится больше писать код, но при этом не хочется быть как Федя, то должен быть какой-то другой вариант, да?
Вариант тоже есть, но он не настолько простой. С пчелами все было гораздо проще. Вариант есть, и этот вариант качает свой мозг. Желательно не самому. Желательно всей командой. Просто потому, что когда ты качаешь мозг сам, а остальные нет, ты можешь выйти из бабла, а остальные в нем таки останутся. Поэтому нужно всю команду заставлять качать мозг. Немного расскажу о том, что меня побудило это все рассказывать, да, о том, что мы испытывали в Stenfy. У нас была милая, хорошая команда iOS-девелоперов, которые умели писать код. Но, как вы знаете, iOS-приложения, они иногда могут быть тонкими клиентами, могут не быть, но иногда они бывают тонкими клиентами, и иногда им нужен сервер-сайт. Иногда нужна серверная сторона, на которой будет крутиться какая-то логика. Ну, а мы же команда iOS-девелоперов, нам нужно создать продукт, да? И мы, когда поняли, что нам нужна серверная сторона, мы начали смотреть в сторону BaaS-ов. В принципе, системы, которые позволяют разворачивать сервера, особо не тратя усилий, мы на них, мы очень много использовали BaaS-ов, мы написали дюжины приложений с BaaS-ами, оно работало. Оно работало прекрасно, мы даже думали, что мы реально крутые серверные девелоперы, да. Но на самом деле мы писали как бы код. Мы занимались основным, мы писали бизнес-логику на сервере. Мы немного познакомились, как писать код, мы немного познакомились с тем, как раскладывать данные в широкие серверные таблицы. Мы осознали, что такое джобы, как их скедулить, да, что такое триггеры, всякое такое. Да, мы немного углубились в сервер-сайт девелопмент, но тем не менее. Мы называли себя типа серверные разработчики. Потом случилось страшное. Наш прекрасный BaaS, наш любимый BaaS, Парс, он решил закрыться. И мы осознали, что наши дюжины приложений, которые великолепно работали, их как-то бы нужно реанимировать, мигрировать. Мы реально попали в глубокую-глубокую кроличью нору, знаете, вы залетаете и не видите конца. И мы осознали, что Парс, он внутри себя содержал миллион сервисов. Мы реально были в очень комфортных условиях. Мы просто писали код. А когда мы ушли с Парса, внезапно оказалось, что вот эти вот комфортные условия нужно обеспечивать нам самим. Мы пробовали мигрировать на Heroku. Это отдельная история, она описанная у нас в блоге. Там будут дальше ссылочки. Heroku тоже хендлит часть инфраструктуры. Там ты занимаешься, по сути, кодом, немножко больше. Ты занимаешься базой, ты занимаешься сетапом всех штук, типа notification и так далее и тому подобное. Но Heroku нам не очень подошел. Он просто не вписался в наш development flow, ну вот мы не смогли, у нас не вышло. Мы начали двигаться дальше и дошли до DigitalOcean. DigitalOcean — это сервис, который продает тебе, по сути, виртуальные сервера, VPS-ки. Это голый сервер с операционной системой, на которой нужно все сетапить самому. В нашем случае это было Ubuntu, на нее нужно было поставить ноду, на нее нужно было поставить базу данных, нужно было поставить Mongo, нужно было поставить, собственно говоря, Parse Open Server, движок, да. Потом нужно было прикрыть все порты, чтобы ничего не торчало наружу. Нужно было зарегистрировать доменное имя, создать сертификат, сделать все секьюрно и так далее и тому подобное. И мы немного освоили навыки DevOps. Пришлось. Сервер какой-то точки зрения — это такой черный ящик. Ты логинишься по SSH, видишь перед собой абсолютно черный экран консоли и такой: «Окей, когда я последний раз видел консоль? А я с девелопер там». Но ничего, все довольно быстро, баш, питон, все полетело. Как DevOps, мы, конечно, то же самое, мы были как Федя, мы дико фрустрировали и кушали мозги нашим DevOps-инженерам, они нам помогали, к счастью. Но когда мы перешли этот этап, все засетапили, все полетело, реально рабочее iOS-приложение, рабочий продакшн-сервер, мы обнаружили, что этого недостаточно. И за сервером, так как сервер — это black box, да, за ним нужно постоянно глаз да глаз. Нужно следить, нужно смотреть, что происходит. Мы читали очень много умных книг, мы ходили на митапы, не на CocoaHeads, на митапы, на конференции серверных девелоперов, DevOps-девелоперов.
мы узнали про такую штуку, как мониторинг. Ну, логично. Сервер Black Box. Мы хотим знать, что происходит. Нужно вот как-то включить, да? Нужно подключить мониторинг. Мы подключили мониторинг, и внезапно выяснилось, что мониторинг — это тоже не все. Мониторинг следит за сервером. Что-то должно следить за мониторингом. Мы освоили саппорт. Да, саппорт серверов немного отличается от саппорта iOS-приложений. В iOS-приложениях скомпилил, отправил в стор, полетело. Саппорт нужен тогда, когда мы там новые фичи создаем. Да, оно скомпиленное, оно работает. Ну или не работает, если там баги. Серверная разработка — все немножечко сложнее. Оно вроде как работает, но вроде как может поломаться. И вот отследить этот момент и починить. Отслеживает мониторинга, а вот починить, вот для этого нужен саппорт. Собственно говоря, там две статьи, о которых я говорила, про наш переезд. Мы еще будем писать статьи про наши переезды. Это, кроме фрустрации, это вызывает прямо такой поток сознания, да, который нужно где-то записать. Но, собственно говоря, давайте вернемся к тренировке нашего ума. Мы закончили на том, что нужно тренировать ум для всей команды. Как? Как тренировать ум? А если мы умеем решать задачи каким-то одним способом, мы немного ограничены. Мы ограничены в поле своих возможностей. Мы такие, как Федя. Мы найдем выход из лабиринта, не вопрос. Это будет один выход. Если мы владеем несколькими наборами навыков, у нас появляется возможность выбрать маршрут. И это не только влияет на то, куда мы выйдем, к крокодилам или к цветочкам. Это еще влияет на то, на какие обстоятельства нас ждут по пути. Будет ли это легко, будет ли это быстро? Можем ли мы выбрать такой путь, который одновременно удовлетворяет и нашу тягу к новому, и потребности бизнеса? Мы можем выбирать тогда, когда мы в принципе ощущаем это поле возможностей, да? Кто понимает формулу? А я думаю, вы все прям понимаете формулу, просто не признаетесь. Вузы, плохо написанная документация и дебаггер, у них у всех есть одно общее. Они в какой-то мере учат нас учиться. Знаменитая фраза. Но на самом деле, чем больше технологий мы осваиваем, тем легче нам учиться. Благодаря этому мы начинаем отделяться с определенным ускорением от этого Феди, сферического Феди в вакууме. И нам... Чем больше мы узнаем, тем больше мы развиваем ускорение, тем дальше Федя. Если кто еще на Курсере не проходил прекрасный курс Learning How to Learn, вот там ссылочка, я рекомендую, он позволяет, он не имеет никакого отношения к инженерным знаниям, но он позволяет упорядочить то, что происходит в голове, как способы, какими мы получаем знания, как мы раскладываем по полочкам и так далее и тому подобное. Чем больше у нас появляется навыков, тем легче нам строить сложные модели. Я думаю, вы знакомы с этой аналогией. Это специалистов разных категорий можно разделить вот на виды, отсортировать. Есть вид буквочка I. I — это крутые специалисты своей отрасли. У них такой глубокий набор знаний. Они реально крутые, тут вопросов нет совершенно. Могут рассказывать наизусть документацию, знают, что, где, как. Это люди, которых называют эксперты. Это те, к чьим мнениям обращаются, когда нужна помощь в решении задачи именно этой доменной области. Да? А буквочка Т — это тоже эксперты. Но кроме глубокого знания, у них есть еще широкий бэкграунд. Откуда этот широкий бэкграунд знаний? В принципе, откуда угодно. Это может быть университет, если это фундаментальный, ну, если вы в университете учили то, чем вы занимаетесь. Это могут быть курсы на Курсере. Это самое забавное, что даже те курсы, которые вы нахватали, потому что интересно, но не закончили, они тоже расширяют вот такой фундаментальный бэкграунд. Это, конечно, книги, классические книги, Дейкстры, Вирта, Кнута и так далее. И, наконец-то, из такой формы Т можно мутировать в форму М. М — это те специалисты, у которых есть глубокие знания в разных
доменных областях. Конечно, она никогда не будет таким идеальным случаем, когда много навыков, и они одинаковой глубины, ну, естественно. У нас вместо M получится такой, типа, клубочек щупалец, потому что навыки, глубина будет разная. Но тем не менее, если у нас есть команда из специалистов, которые больше похожи на буквочки I, когда к нам приходит новый проект, они его будут писать средствами, с которыми они уже знакомы. Потому что они вот их знают, они умеют, они клевые спецы, они в своих пузырьках. И вот вы знаете, когда вы молоток, все вокруг гвозди, вот из этой серии. А если мы говорим про команду с буквочек людей, которые похожи на специалистов буквочек М, с многими разными знаниями, им намного проще с новыми проектами, просто потому что у них есть этот широкий выбор. Они знают, что в лабиринте не один выход. Они знают, что выход есть, но более того, они знают, что он не один. И они могут выбирать технологии, релевантные их проекту. Более того, они не боятся выбирать технологии, которые они не знают, просто потому что они уже к этому привыкли. Ну окей, мы погуглим. Хуяк-хуяк, продакшн. Сделаем, разберемся. Окей, совершить самосовершенствование. Зачем это все, да? Кто-то говорит, что это самосовершенствование. Дескать, давайте прокачивать нашего персонажа, как в RPG-шках. Но самосовершенствование само по себе, оно бесцельно. Ему нужно установить определенную цель, там, достичь 80-го левела. И многие, если возвращаемся с RPG-шек в реальный мир, и многие почему-то думают, что цель — это вот там junior, middle, senior, а дальше ты такой senior крутой, год senior, второй год senior, третий год ты все еще senior, дальше чё? И вот для многих дальше это почему-то менеджмент, почему-то типа круто залазить в менеджмент, но на самом деле это совершенно не обязательный путь. Можно учить другую технологию, можно, например, вместо того, чтобы называться мобильными девелоперами, называться просто девелоперами, full-stack девелоперами. Я могу все девелоперами. И когда ты знаешь две технологии, ты круче в каждой из них, просто благодаря своему кругозору. Но когда ты знаешь много технологий, ты прям супермен. Ну а суперменов ценят. Реально суперменов ценят. И можно увидеть, насколько ценят. Это прекрасная вакансия украинского рынка. Видите, там сверху написано iOS Developer, а снизу Android. То есть наш прекрасный iOS Developer, ему нужно кроме iOS писать Android-код. Но при этом будет плюсом, если он еще знает Ruby, Perl, Python. Странно, что они не просят лицензию пилота. Но как бы платят вроде как неплохо. Можно было бы подумать, что это характерно только для украинского рынка, но нет. Это вакансия Apple. Apple не ставит никаких лычек, ни Senior, ни iOS. У Apple просто Software Engineer. Что умеет Software Engineer для Apple? Нужно знать Java, Java-подобные языки, Scala, Clojure, Groovy. Нужно знать скриптовые языки, Bash, Ruby, Python. Нужно быть знакомым с базами данных SQL, NoSQL. Конечно же, тулзы для билдинга, конечно же, continuous integration, конечно же, тестирование, deployment и так далее, и тому подобное. Эта вакансия говорит, что это, в принципе, нормально. Это нормально, когда инженер, он не специализируется только на одной какой-то отрасли. Он знает многое, и если вы посмотрите на этот список, я уверена, что многие читают и думают, блин, а я вот пробовал раз, два, три. Я умею вот это, и вот это, и вот это, да, я, может быть, не спец. Но, камон, половина слов мне знакомы, я могу. Вот Apple поощряет такое, я могу. Но ради чего? Ради чего вся эта происходящая? Дождь бабла, просто дождь баблища. Так многие думают, но этот дождь может внезапно закончиться. И тогда мы рискуем стать членами армии программистов на Каболе. Только сейчас, да? Они очень востребованы, прямо вот каждый из них.
Но если правильно становиться мультискилд чуваком, если поддерживать навык самосовершенствования, то вместо того, чтобы стать таксистом через пару лет, можно реально превратиться в супермена, и это намного круче. Что нас останавливает? Что нас останавливает в этом подходе? Может, мы чего-то боимся? Нам иногда кажется, что вне iOS экосистемы пустошь. There is some plenty of unknown, да? Мы ничего не знаем, там дичь и ад. Но это не так. Давайте посмотрим на прекрасный код на свифте. Ой, это Haskell, но неважно. На более прекрасный код на свифте. Я смотрю, Haskell вас не испугал. Первые шаги, так сказать. Да, экосистема у нас — это мягкие стены. Да, они скрывают жестокий мир. Ну уж так. Они скрывают жестокий мир, ну что же может быть вот жестокого вот здесь, да? И нам может казаться, что другие экосистемы, они вот типа такие. Особенно, когда мы слушаем коллег, вот этих вот, another species. Особенно, когда мы читаем интернеты. Вот просто все ужасно. У нас есть, у них нет. Вне нашего уютного мира ад. Но на самом деле нет, не все так плохо. Давайте посмотрим маленький короткий пример на пакетные менеджеры, штуки, с помощью которых можно устанавливать разные библиотеки. У нас в iOS их есть на любой вкус. Бери, пользуйся. В Android их тоже есть. Боже мой, на Node.js тоже есть. Да и, собственно говоря, на Python есть. На Python, кроме pip, там еще буквально две штуки: virtual environment и requirements.txt. Вот и вся инфраструктура. Все легко, просто. Можно понять, что люди в других экосистемах, они, в принципе, не глупые. Они тоже любят, чтобы им было удобненько. И обустраивают свои экосистемы так, чтобы это было просто понятно. Поэтому там не дичь, там не ад. Там тоже удобненько. Сегодня вы пишете npm install, завтра pip install. Разница-то, подумаешь, тут Node, тут JavaScript, тут Python. Ну разница-то, там нужно ставить точки запятые, там не нужно. Легко, просто, чего. Самое забавное, что когда некоторые меняют экосистему, они уже привыкшие к определенным подходам и к определенным навыкам, они тянут хвостиком эти навыки за собой. Ну, например, вот Rx. Да, есть Rx Java, есть Rx Swift и так далее. Просто потому, что ты заходишь в другую экосистему и такой: что-то не похоже, что тут такое есть, а я напишу. И таким образом переходить из экосистемы в экосистему, оно на самом деле несложно. Там в основном уже все написано. А не написано — ну, придешь, напишешь, сделаешь хорошо. Еще одна небольшая история про нас. Потому что это всегда красиво звучит, просто мы переживали эту боль. В прошлый раз мы закончили на том, что мы переехали на сервер, на свой собственный личный маленький сервачок на DigitalOcean, все нас этапили, получили такой себе черный ящик, такой себе blackbox. Да, что мы чувствовали во время миграции? Фрустрацию. Мы чувствовали фрустрацию на протяжении многих и многих недель. Просто потому, что каждый раз мы были как Федя, мы сталкивались с проблемой, с которой мы не сталкивались раньше. Мы пытались съесть мозг ложечкой нашим коллегам. Бедный наш DevOps-инженер, сколько он пережил. Мы гуглили, мы справлялись. Мы ставили, узнавали best practices сразу же. Потому что когда ты начинаешь делать что-то в другой технологии... Я смотрю, тут сцена общая теперь. Окей. Когда ты начинаешь что-то делать в другой технологии, ты сразу хочешь делать хорошо. Нам очень помогло хождение на конференции, хождение на митапы и общение, face-to-face общение. Гораздо интереснее, чем читать унылые статьи. И мы на одной из конференций натолкнулись на умную мысль про мониторинг. Ну, так как сервер — это black box, да, его нужно мониторить. Мы включили мониторинг, это было не очень сложно. Может, хватит? Спасибо. Тут же новый главный герой, график, вы что? Мы подключили мониторинг New Relic и посмотрели, что он нам выдает. Да? Что это мониторится? Это мониторится время запросов, время ответа с сервера.
Вот мы смотрим на график, и мы осознаем, что приложение в продакшене уже пару недель. Приложение как бы работает. iOS-клиент присоединен, iOS-клиент коннектится, вопросов нет. У кастомера вопросов нет, у юзера вроде как вопросов нет. Что это? Сначала мы были очень оптимистичны, мы подумали, ой, у нас миллионы пользователей, они прибежали и генерят нам нагрузку. Потом подумали, нет, наверное, нет. Может быть, нас досят из Китая? Они прибежали и генерят нам нагрузку. Ну, вы знаете, вот график, он выглядит немножечко искусственно. Вот интервалы между вот этими плато, они одинаковые, по 4 часа. А ширина плато по 1 часу. И мы так подумали, может, будем реалистами? Может, это и не юзеры, и не китайцы, и может, это наши кривые руки? Начали думать, что? Что мы такого насетапили на сервере, что дает такую нагрузку? Вспомнили про наши прекрасные джобы, да? Про задачи, которые заскедулены раз в некоторое время, ходят, чистят базу, всякое такое, их было у нас много. Так как мы великолепные серверные инженеры, мы их сделали через CronTab. Кто знаком с синтаксисом CronTab? Ну, там все легко, на самом деле. Вот эти звездочки в начале, они описывают, когда должны запускаться наши джобы. Вот эта звездочка слэш 4 означает, что задача запускается каждые 4 часа. Ну, мы на это рассчитывали, во всяком случае. Но коварный... А звездочка вообще значит, что все остальное не важно. Вот здесь минуты, часы, дни и так далее, месяцы и годы, кажется. В общем, мы немного налажали. И вместо первой звездочки должен был быть нолик. Вот звездочка означала, что наша задача стартовала каждую минуту в течение часа, каждые 4 часа. Она была не одна, поверьте. Мне тут только одна. Их было довольно много. Мы поменяли звездочку на нолик, чтобы, дескать, задачи стартовали в нулевую минуту. Сразу же решили, а может, среди них там конкуренции? И другим джобам подделали там нолик, единичка, двоечка, ну, значит, чтобы эти джобы еще друг другу не мешали, да, на будущее, так сказать. И получили вот такой прекрасный график. Казалось бы, одно изменение, изменить звездочку на ноль, и сервер такой, да вы знаете, меня тут вообще и не досят, и нагрузки никакой нет, все стабильно. Конечно, с точки зрения серверных девелоперов это может показаться реально тривиальной проблемой, ну, камон. Но если вчера нас беспокоило наследование UI, нас беспокоило MVVM, Flux, Redux и так далее, то сегодня у нас новый уровень проблем. Мы получаем ачивочки, каждый день. И если хотите, я вам потом лично расскажу историю про рестарт серверов в 4 часа ночи. Я боюсь такое рассказывать на публику. Тем не менее, фрустрация, мы фрустрировали долго, и фрустрация — это боль, с одной стороны. Но боль — это выход из зоны комфорта, и боль — это то, что мотивирует, это то, что заставляет гуглить, узнавать, ходить, пытаться не быть Федей, пытаться не быть ограниченным баблом, пускай вот через мазохизм, но... Окей. В качестве завершения я хотела сказать, что каждый может сейчас подумать, а не в бабле я живу? А не слишком ли мне комфортно? Все ли я умею? Да, конечно, посмотреть новую WWDC-видяшку — это цель прямо на года, но, может быть, есть что-то за разработкой, за тем, чем вы занимаетесь и так каждый день на работе. Там мир огромный, интересный, с кучей готовых экосистем, в которых все удобненько. Да, мир, который может мотивировать из специалиста в форме I превращаться в специалиста в форме M. Ну или можно начать там с формы N, в Ктулху таких себе, с кучей щупалец и кучей навыков. Было бы реально круто, если бы вы записались на курсы Курсеры совсем других технологий. Да, вы записались на курс по Питону, вы записались iOS-инженеры на курс по Андроиду, Android-инженеры на какой-нибудь Machine Learning и так далее. Просто для того, чтобы расширять свой кругозор, просто для того, чтобы в какой-то день прийти на работу и подумать, «Ха,
Я же могу решить эту проблему не так, как решал 1000 раз, а каким-то новым путем, другим путем, таким, который я узнал в другом месте, который, наверное, приведет меня к лучшему, ну или не приведет, но можно попробовать. Все, собственно говоря, спасибо большое. Тут важная картинка Феди. Федя ждет вопросов. Я даже возьму мозг, если вы вдруг хотите его поесть. Привіт. Я думаю, моє питання треба почати з того, як мене звати. Мене звати Макс, але я вчусь трошки Федя в якомусь розумінні. Всі ми немного Федя. Да, і, ну, якби, моє питання буде полягати в наступному. От всі знають, є гарні, класні фільми, там, де от той спеціаліст по взлому, той стріляти вміє, а той взагалі там чудак на всі, ну, там, на машині їздить. Отак. Ну, тобто всі супергерої фільми будуються по якихось конкретних спеціальностях, досить вузьконаправлених, чи там в ігрушках. Там ми маємо демедж-ділер, хіллер, от всі такі нужні, і кожен знає, що є такий стек героїв, на, які там вміють все, і не, за них ніхто не хоче грати. Умовно кажучи, так. Да? Тобто, питання в наступному: як плавно перейти з такого собі Феді, так щоб не залишитися тим героєм, в якого ніхто не хоче грати, да? От. Щоб це було максимально безболісно, може якось на власному досвіді ви можете передати якісь там. Ну вот про собственный опыт я рассказала, безболезненно не очень получается, если честно. Потому что когда каждый день радует, когда каждый день прекрасно, то может хотеться просто лежать на диване, пить свою текилу и ни о чем не думать. А когда думаешь про колонизацию Марса, про 2035 и про то, что ты к тому моменту можешь остаться там iOS-инженером, Android-инженером, Федей, то начинаешь задумываться, может быть, пора отложить текилу и что-то поделать. То есть есть такой способ, но тогда или должна быть мотивация извне, из возникающих проблем, с которыми ты не можешь бороться, или мотивация изнутри, от осознания того, что надо что-то делать просто потому, что мир бежит, а я лежу. Ну, тобто, чи варто діяти в такій ситуації революційно, чи варто якось прогресивно? А как угодно, и революционно, и эволюционно. Вопрос в конечной цели, да? У нас вот может быть конечная цель прокачать персонажа по максимуму. Каждый день мы качаемся. Знаете, кстати, такая клевая японская методика кайдзен, если мне не изменяет память. Идея в том, что каждую минуту нужно делать какую-то задачу хотя бы в течение минуты. Это очень мотивирует, если мы прокрастинируем, если не хочется смотреть видяшки по 40 минут. Можно себе поставить просто цель в течение минуты заниматься чем-то другим, чем-то необычным. Обычно я использую там уборку наводить дома, но можно же там писать на питоне. Сегодня я минуты попишу на питоне. И уже с концу недели я буду иметь опыт 7 минут писания на питоне, если буду это делать каждый день. У нас последний вопрос. Привет, Антон. Такой вопрос. Как, может, поделиться своим секретом, как правильно распределить вот, время на день, допустим, тут там работаешь, да, ты пишешь кучу кода, да, приходишь вечером, уже никакая, и хочется новые технологии изучать, а хочется изучать, но не может, да. Как поделишься секретом, как распределить примерно время, чтобы на новые технологии, допустим? Это вопрос, я бы сказала просто, я бы сказала штанга. Вот штанга мне очень помогает, в смысле, что когда у нас вот тело — это такая система, тут вместе связаны и физические, и ментальные свойства, да, и мозг, и тело. Если ты очень сильно устаешь на работе, то, конечно, мозг, он не хочет дальше работать. Его нужно расслабляться, нужно уметь расслабляться, нужно заниматься спортом, кушать хорошую еду, вот это вот все, то, что говорят врачи, оно типа банально, но оно реально помогает, просто потому что вечером у тебя нету чувства «я хочу умереть». По утрам, кстати, по утрам бывает. А вот для того, чтобы вечером не было чувства «я хочу умереть», чуть меньше работай. Выдели, поставь себе тренировки, начни, запишись в спортзал. Начни ходить в спортзал именно с тренером в определенное время. Скажи всем на работе: «я вот в такие-то дни, в такое-то, такое-то время хожу в спортзал». И пусть весь мир подождет. Казалось бы, при чем здесь спортзал и новые технологии? Просто потому, что это поможет поддерживать тело и ум в состоянии, когда он хочет и может стремиться к чему-то новому. А на выходных нужно отдыхать. И желательно еще в отпуск ездить. Но тут я не специалист на самом деле.
Это все было такие, знаете, теоретические советы. Спасибо, Настя, за классный доклад. Спасибо за вопросы. Подходите, можно пожмакать мозг, пообщаться и так далее.